тут какая-то такая вообще атмосфера необыкновенная. Только пересекаешь за вот, территорию вход, да, ворота, и как-то попадаешь в какую-то вообще энергетику другую. Тут даже не в красоте дело, а в ощущениях. Я хочу сказать, что Александр Иванович по сегодняшний день не имеет образования в этом направлении. То есть у него высшее образование, но у него нет ни художественного, ни строительного, ни архитектурного, никакого. Thank you.
тот берег лучше. Ну, смогла. Я еще хватит. Так вот знаешь, что я хочу? Стеклянную пирамиду. Глаза открой. Thank you.